Итак, способ первый, два способа покажу, да, это первый, блоки опубликовать, у нас есть строчка редакции, посмотрите, стоит циферка 6, то есть это я, получается, 6 раз нажала сохранить, дальше нажимаем на ссылку просмотреть, и нас автоматически программа WordPress перенаправляет на отдельную страницу. Что мы здесь видим? Значит, смотрите, ну, первая строчка «Сравнить редакции такой-то, такой-то записи», да, то есть у нас заголовок статьи. Дальше, для того, чтобы сравнить, кстати, вот посмотрите, здесь шкала есть, да, вот я нарисована шкала, и наверху проставлены циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это вот как раз 6 редакций. Каждая вертикальная черта, разделитель, это редакция. И мы ползунком можем определить, какую с какой редакцией мы хотим сравнить. Немножко запутанно получается, но вы попробуйте, когда будете работать с блогом, вы поймете, как это функционирует. Итак, чтобы вот эту опцию сравнения одной записи с другой, одной копии с другой включить, необходимо поставить галочку «Сравнить любые две редакции». Вот ставим эту галочку. Шестая – это самая последняя, вот буквально сейчас, да, вот которую вы покинули, переходя по ссылке редакции. А вторая, левый ползунок, определяет, с чем, с какой предыдущей копией вы будете сравнивать. Ползунком просто перетаскиваете на соответствующую редакцию, и внизу у вас появляется с левой стороны и справа блок. Посмотрите, розовым выделено то, что было изменено, зеленым, как это выглядит сейчас, да, в соответствующей редакции. Вот, и таким образом вы можете сравнить, как было, как стало, как было, как стало. Что-то скопировать, либо, если вас удовлетворяет предыдущая версия, полностью вам она нравится, и вы хотите восстановить, нажимаем на кнопку «Восстановить эту редакцию», то есть восстановить предыдущую, да, не сегодняшнюю, а предыдущую. Вот таким образом вы можете восстанавливать свои записи, если что. WordPress, еще раз повторю, да, он делает это по умолчанию, автоматически, и сохраняет последние 25 записей. 25 редакций, да, то есть 25 раз нажимаете на «сохранить», и вот эти все редакции, они у вас будут. Если будет больше, то старые будут автоматически удаляться.